Приветствую вас на канале Подтекст, с вами IQ Mercer, и это продолжение прохождения ремейка Resident Evil 4. В прошлой серии мы сильно провозились с головоломкой, с этими пластинами, встретили первого врага, Плагу, которая цеплялась за нервное окончание, я бы так сказал, и использовала Ганадос в качестве марионетки. В этой серии пока что я не знаю, что нас ждет впереди, потому что они поменяли главу настолько досконально, что буквально все отличается. То есть мы не сразились с навистадорами. После навистадоров нас должны были ждать фанатики с красным. Ну, их переместили в ремейке в самое начало главы. А после должны были сражаться с фанатиками возле картинной галереи, за картинной галереей. В общем, все в итоге не так. Будем, короче, надеяться на неожиданность. Я смотрю, нас ждут арбалетчики. Но, надеюсь, мы не накосячим. Готов. С геймпада я не очень хорошо стреляю. Ну давай, выходи. Да чё? На секунду мне показалось, что я промазал. Очень мало патронов. Ладно, посмотрим, что нас ждет впереди. Она сказала, с нее хватит. И очень кстати. Знаешь ли, надоедает действовать в полсилы. Сыграй по-настоящему, по правилам Салазара. Что за правила Салазаров? То есть я сейчас спущу мост, и на меня орда толпа пойдет. Тогда надо придумать, как против них противостоять. Давайте посмотрим, может у нас есть что-то из арсенала. Мины бесполезны. У нас есть Привет. Торговец. Что могу предложить? Может, он нам с закупкой материалов поможет. Нет, кроме лечебного спрея, ничего полезного тут нет. И схем нет. А улучшить? Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. Как хочешь, чужак. У нас, в принципе, все починено. Все, что можно, мы починили. Ладно, начнем. Я готов. О, меня ждут. Опа. А, что? Что? Я на тебя гранату потратил, какого хрена деревянные щиты не пробило? Вы чё, совсем охренели? Кохегла? Не-не-не-не-не-не-не, ты чё творишь? Не-не-не-не-не. Так вот как он делает. Этот паразит цепляется за другого носителя. То есть пока я этот носитель не уничтожу, точнее, носитель, пока я эту плагу не уничтожу, она будет опасна. Блин, ну почему я не парировал? В нужный момент надо было парировать. Ладно, посмотрим. А вот сейчас мы, по-моему, его уничтожили, да? Нет, не вздумай. Вот тебе и правила Салазара.
Леон, не держись за бок. Я понял, что у тебя несварение, но... Спрей первой помощи не применяется внутрь. Он только брызгается. Пока не буду тянуть. Мне эта клетка не очень нравится. Блин, я что-то слышу. Ты что? Где? Он что, сверху, что ли? Хера он пробивает. Я так и думал, что это ты. Значит, ножом его все-таки можно добить. Нет. Куда? Я так и тоже услышал. Дай потрошек. Не дашь потрошек. Еще один. О, зеленая травушка, муравушка, отлично. Это то, что я хотел. Но на первое время это... Блин, у меня так мало патронов. У меня в смысле все? Только 5 на револьвер? Ладно, попробуем ножом продержаться. Угу, еще винтовка. Нас ждет какая-то головоломка. Ага, значит, одно закрывает, наверное, а другое открывает, да? А прикиньте, я сейчас закрою с той стороны, и все, я окажусь в ловушке. И потом такой гейм овер. Вы сами себя поймали. А, да. Нужно было просто... Одно закрыть, другое открыть. А, это тогда для чего? А сокровища здесь есть? Нет, сокровища здесь нет. Пока что. Угу. Есть возможность пойти назад. Давайте сначала туда пойдем. Пистолетик. Чё-то тело он захватил. Да чёрт. Тебя побрал. Давай. А кухонного ножа нет. Я надеюсь, я прокачал нож не зря. Я мог просто опрокинуть керосиновую лампу. Ладно, я это просто не знал. И мы говорили про кухонный нож. Карманный нож. Так он сразу появился. Мысли материальны. Порой. Или игра знает, что я хочу. Я слышу до сих пор его. Он либо... Этот паразит просто надо мной смеется? Или что это? Не понял.
А куда мне? Карта. А, я, наверное, не отсюда вышел. Мне надо сюда, да? Точно. Так, посмотрим, а есть керосиновая лампа здесь? Нет. Ага. Стал быть, напрашивается, а нахер я запер тут? Да чё, Аиста, ты даже не проникнешь в мою сторону. Ты мне не нужен тут. Ладно, откроем. А, или мы сюда проникнем. Точно. У него есть маска. Значит, она тебя по ногам бить. И делать суплекс. Или саплекс. Ну иди сюда. Господи, чё ж ты так тупишь-то? Давай, давай, сапли... Не, не хочешь саплекс? Я ожидал, что он сделает саплекс, но он этого не сделал. Хотя я сзади подошел. Значит, это работает не всегда. Что у нас по карте? По карте ничего. Так, или мне кажется, или я здесь был? Нет. Мне кажется, это обходной путь. А если спрыгну? Нет! Вот зря я спрыгнул. Ой, я случайно. Здесь он тоже должен дверь открыть. Ладно, посмотрим, может, наверху будет решение. Нет! Пожалуйста, дай мне патрон. Только патроны. Я что, так много прошу? Упал, что ли? С дороги. Чё, под юбкой? Ничего. Понятно, цензура. А японцы бы наверняка так посмотрели бы. Интересно, можно ли тут обойти? Так, у нас где-то есть керосиновая лампа.
О, я слышу фразу Уэлли, Уэлли. Уэлли, Уэлли. Ну, минус нож. Но зато плюс 5 патронов пистолета. Мне не нравится то, что мы будем чинить броню и вкачивать в это 10 тысяч, условно. Ну, 9 с чем-то, с копейками. Это при том, что я броню, наверное, покупал за сколько? За 18? То есть это получается в половину. Половину на это трачу. А, вот здесь еще. А если там закрыть? Не, не буду лучше. Буду идти лучше вперед. А это что за черт? А... бронированный тролль? Ребят, вы создаете мне гигантскую проблему. Так у меня патрон же нет. Только пробежать, что ли? Так она же не продержится долго. А, точно. Нам и не обязательно с ним сражаться. Просто пробегать. О, но. По ногам тебе можешь стрельнуть. О, спасибо, тролль тебе. Отлично, пробегаем дальше. Нет, сначала берем лут, прячемся. Бежим, бежим, бежим. Вот здесь спрячемся, нас не доденет. Блин, не успел. Блять. Броня не спасет уже. Единственное, что нам сейчас поможет, это спрятаться за арку и из угла, из-под тишка их подстреливать. Давай, один патрон всего. Ну и на кого пустить? На правую, на левую. Бля. Давай. Yes. Блин, снайпы нет. Как я теперь буду? С пистолета? Или просто пробежать? Ладно, хильнемся один раз. Этот шанс. Давай. Блять, сюда спрыгнуть нельзя. Во. Здесь спрыгну. Назад, назад, назад. Бля, с двух сторон. Нет. Мне повезло. Давай. И ножкой. Круто, да? Мне порой этот
тролль или Эль-Гиганта версия 2.0 просто помогает. Назад. О, здесь пушка. Блять, канаёбит, походу. В конвульсиях. Все, отдышался. Теперь, блин. Чёртовы арбалетчицы. Почему именно арбалетчицы, а не арбалетчики? Скрафтим, пожалуй, патроны для дробовика. Хотя мне нужны больше снайпы. Было бы здорово, если бы этот камнекидалец кинул бы в арбалетчицу. Назад, назад. Бочку, 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 да сука! Обожаю играть с геймпада, особенно когда я не могу попасть. Ее надо еще поднять. Ключика у меня, к сожалению, нет. Ну давай второй. Да ты издеваешься, блин. Я на тебя уже два патрона дробовика использовал. Она такой просто ручкой на меня повела. Нет, не туда стреляй. Так, а, вот сюда надо подняться, точно. Так, вот туда и наверх. Еще надо поднять эту. Вот так. Хера себе, у Леона мощное плечо. Настолько, что цепи сбивает. Или настолько дрявые эти, дряхлые цепи, что... О, я уже знаю, что мы будем делать. Это шанс. Ну-ка. Ну-ка. Сука. У него броня похожа чем-то на дикую охоту, если вы поняли, про что я. Типа костями обшита. Отлично, путь открыт. Ну что я могу сказать, мне уже нравится этот ремейк своей непредсказуемостью, потому что я не ожидал, что мы будем сражаться против этого Эль-Гиганта версии 2.0. Я его именно так назову. Так, а это что открывает? Наверное, ворота, которые находятся под нами.
Сейчас проверим. Да. Это как раз те ворота, про которые я смотрел, что они были заперты. А может быть, это как раз для того, чтобы мы могли с Эшли вернуться назад и забрать бабочку. Точно. Даже если мы сейчас посмотрим по карте. Так, сокровище. Доп. Цель. Эшли. Да, мы почти в конце главы должны уже найти Эшли. И, насколько я понимаю, мы должны спасать Эшли от... Ой, ты откуда взялся? Сзади вроде никого. Слава богу, я могу контратаковать. Я уже думал, совсем забыл. Ты еще жив? Серьезно? Сейчас, наверное, будет крутые, да? Вытаскивай нож. И все. Извини, а зачем? Но с меня хватит. А зачем разработчики добавили этот момент? Типа, зачем? Типа, мы даже можем пройти сюда. Просто решили удлинить хронометраж? Серьезно? Или, может быть, нас в дальнейшем будет битва ждать с ним? Он еще в таком костюмчике. Костяном. А второй, наверное, будет садомаза. Что это за мастерская? Циркуляционная пила. Молоток. Что там у нас еще? Газовый ключ. Ага, кусачки. Нож, пила. Я не знаю, что там в ящике. А, вот. Этот дрель. Не дрель, а... Как его? Ой. Шуруповерт. Подожди, шуруповерт? В 2005 году? Серьезно? Хотя да, в принципе, шуруповерт уже и был, да, с аккумулятором. Эшли. О, где лабиринт. Ты? Значит, мы сейчас будем лабиринт проходить, а потом Эшли найдем. Ну, значит, это еще не конец серии. Че, сейчас снова Ада появится, что ли? Серьезно, Эшли? Стой там! Вдруг снова пораню. Мне так страшно. В тот момент я словно перестала быть собой. Я была кем-то еще. Эшли, это очень пугает, я знаю. Правда? Бояться — это нормально. Бежать нельзя. Надо идти вперед. Мы справимся. Вместе. А вдруг я не смогу? Сможешь. Но дай мне знать, если снова решишь меня убить. Леон. Спасибо. Она даст знать, когда она будет собираться тебя убить. Конец главы. То есть лабиринт будет в следующей главе, я так понимаю. Или это отсылка? И они решили вырезать этот сегмент. Странная дичь. Ладно. Подписывайтесь, ставьте комментарии. До следующей серии, ребята. Всем пока.